Здравствуйте. Весь день лил дождь и не давал нам поехать по делам. Не давал поехать по делам, а мы все равно поехали. Ну, дождь как-то остановился. Обычно в Флориде очень короткие дожди и быстро высыхает. Ну, быстро высохла, да? Ну, просто он начинался опять. Ну, ладно, про погоду это неинтересно. Сегодня не такая жара, потому что вот дождь был, но все равно около 30 градусов все равно. Ханька показывает, покажи шоу айскрим, how big, like мама. Вот такой вот айскрим, это мороженое. They have, right? Mm-hmm. No, maybe later. Yeah, later, how you will eat. Вот, и это фастфуд тоже напротив, видите, пошел дядя, купил все подряд, пошел к себе в машину. Хорошо, довольный, счастливый. Вот, ну, значит, это. Что вам рассказывать? Жарко все равно жарко, и вот этот дождь, но все равно оно парит, жарко, и так это 28 примерно градусов, но уже вечер, 6 часов, поэтому будет немножко попрохладнее, ну, 27 будет. Все равно у нас нельзя даже ночью переночевать на улице. Почему у нас в Калифорнии много homelessness, это эти, говорила вам 100 раз это слово, а вы не помните. Homelessness — это бездомные, потому что там погода, там можно выжить. Там погода как... Там немножко сравнена температура зимы и летом. Нет, ну не сравнена, но как сказать. Ладно, бог с ними. Короче, там нет такой жары, там море холодное купаться. И это самое... В Калифорнии их много, а у нас их мало. Я имею в виду бездомных, которые на улице сидят. Так, Бюргер Кинг это был, дали нам в окошко. Here? No, in park. I want to go first. Yeah, in park. In park. We need some French fry. Yeah. Yes. You want to park here? She wants to change gears, boy. Oh, okay. She's got that ice cream. She has ice cream. Woman could not drive. Ой, женщина не могла вести машину, в обеих руках этот мороженое держала. Так, еще в таком колпаке, как знаете, у нас African American иногда, вот эти афроамериканцы у нас часто носят такие колдуны на голове, знаете, на балдашнике, ну как вот в Африке. Того. Национальные такие. Бывает. Она еще в этом национальном колпаке и в двух руках мороженое. Вообще интересно. Вот. Ханя уже полез в сумку за картошкой. В сумку, в пакет. Ой, горячая. Хат, Ханя. Ага. Ханя. Он обнаженный дядя. Вот это райончики плохие. Тут очень дешевые дома. Как бы это не черный район, как называют. This black area, looks like, да? Yeah. Down yeah, no blacker, no. Да, выглядит Mexican, так. Мексикан, спаниш. Мексиканцы. Спаниш у нас называют латиноамериканцев, то есть испаноговорящих. Пуэрто-Рико. Never settled together. Vietnamese. No. Я говорю, китайцы и вьетнамцы, они никогда не смешиваются с этими. По домам. У них отдельная территория, и не такие получше. Tofu. Honey. Ой. Такое горячее. Невозможно. Ханька взял этот самый, заказывали, взял журнал, там в журнале на последней странице этот Бюргер Кинг. Ханя, ну стоп, ну дудат. На последней странице, реклама Бюргер Кинг, да, и там эти самые все, что есть,
книге написано, горячо подождите. Это амбуланс, это скорая помощь пошла, только на бессигналке. Ну, и на последней странице написано, ну, купили журнал, спасибо, и вам Бюргер Кинг делает скидку, та-та-та, там. И там картинки с этим. И там картинки с, что Бюргер Кинг в меню входит, да? И была картинка семейная еда. И там много, значит, этих бюргеров и много картошки. Ну, немного, насколько, наверное. Four person here, right? Or how many person this family? Four, three, only three. Для трех человек, я думала, много. Six of them, right? Mm-hmm. И, да, на три, вон три картошки, видите? Три картошки, раз, два, три. Three walkers, three cheeseburgers. Ага. И мы, ой, горячая, вкусная, вообще обалденно. И он этот оторвал и говорит, да я сейчас это самое куплю, типа, ну, на скидке, дешевле. Я говорю, а мы съедим, это называется family size, этот семейный размер пакета, да? А он говорит, а мы сейчас их распотрошим и съедим, значит, бюргеры оттуда. А хлеб, значит, этот, булку выбросим. Поняли? Вот так вот вам. Ну, это ж надо нам остановиться, чтобы это сделать. Вкусно. Мама. С огня прямо горячая. Недаром Ханька ныряет сюда. Да, Ханя. Ого, изи. Ну и мама. Ну так вот, если нырять все время сюда, так к этому, ко времени остановки ничего не останется. Ханька любит френч фрайс. Я вам рассказывала, как это приехала из Москвы девушка по программе алкоголиков. Я вам когда-то рассказывала, что в Америке есть программа алкоголиков, которая вылечивает алкоголиков. Она не вылечивает, но она там психологически, то есть эти есть. Приезжаешь сюда, Ханиз. Приезжают сюда, кто-то тебя приглашает из этих алкоголиков, значит, списываются, а потом... Ну, я рассказывала это, не буду там углубляться. Ну, короче говоря, она приехала... Нормальная она женщина, работала бухгалтером, но начала спиваться с этим. Девушка симпатичная. Лет на тот момент было 35. А? Straws. Straw. Окей, you're fine. Вот, и она... Сейчас, подождите. Запутался, Ханя, куда едем. И вот кондосы какие. Вот выглядит все красиво, хорошо. This apartments or condos, honey? Huh? Both. Both. Выглядит хорошо, но платить будете прилично. То есть у кого отдельный дом, свой дом, ну свой не свой, в ипотеку взятый, неважно. Меньше платите за все, чем здесь. Здесь будете платить и за охрану вот эту, что там тетя, дядя сидит, а может не сидит, электроник ли это, проезжаешь. Стикер на окне и проезжаешь. Ну, за ворота, короче. За цветочки, кустики. Тут цветов нету, кустики. Ну, впереди там есть.
Вот. Месячная оплата. У соседа крыша прохудилась, у тебя нормально? Ну, соседа, в смысле, по дому, да? А все равно это в общую плату, и вот это все, это платится, платится и платится, поняли? А, this area, right? This community, right? Вот о чем я говорю. Это community. Is this community? Yeah, but they all have things here. See this? Oh. Ханга говорит, там везде эти ворота. Площадка волейбольная. Вот, все за ваши деньги. Красивые. Right, красивые, но за все надо будет. Стрижется трава постоянно, каждую неделю. Летом, а то и чаще. И зимой раз в 2 недели, в 10 дней. Она растет медленнее. Зимой. Это я ем горячую картошку и вам параллельно рассказываю. Кошмар. Да, вот эти дома завязаны в that community. Is it 55 plus? No. No. I don't think so. No. Maybe it could be. No. Я говорю, это 55, но на 55 слишком шикарно. Мне кажется, нет. Я имею в виду, для стариков дома нет. Так, ой, как тут красиво, смотри. Ой, гал. Вода. Behind me, or over there, right? Дом на воде стоит. Квартиры будут дорогие. Гараж под домом. Открытый. О! Закрыто это для лодочной, этот самый вест. Фишинг. Фишинг-мостик тоже за него платить. Вот за эти цветочки платить. Но все входит, здесь все отлажено. Здесь все входит в месячную оплату. Есть менеджер везде. Есть бухгалтера. А, кондос, ага. Вот 2 гаража, вот 1 гараж. Кондос на 1 гараж. Там, где номер, это значит 1 дом. Вот, на 2 машины здесь 2 гаража. А, нет, здесь 2 хозяина. Вот 1 хозяин. И на 2-й этаж поднимаешься. Ну, так ничего, с видом на воду, хорошо. Но неизвестно, сколько в месяц вы будете за это платить. Все как-то вот это вот... Я раньше даже не знала. Думаю, а, все живут это самое. Думаю, что они живут в таких вот скученных этих местах? Но здесь как-то все есть. То есть человеку не надо самому траву. Вот во Флориде вот эта трава, косьба вообще в Америке. Это вот лужайка, она добивает всех. В том плане, что ты должен ухаживать за ней. Не будешь ухаживать, ты получишь пашница от этого. От городских властей. Нельзя оставить его. So we stay here. Okay, let's do that. Can you stay here? No. You can try. I don't know. But people will drive. Okay. Let's stay. Гляньте, сколько мы накупили. Сейчас мы откроем 3 таких и 3 таких. Картошку мы уже слопали, пока ехали. Смотрите, там уже пустота. Can you take? Yes, eat the rest, Беба. Да, картошку можешь съесть, а это не ешь. Yeah, good idea. И сейчас мы их откроем и перелопатим. Я сказала, говорю, хлеб выбросим сейчас. Так, вот это большой, который я открыла, да? Бюргер с этими, с овощами. How is it called this? Wappen? How is it? But you gotta turn it upside down. Yeah. Put it upside down. Yeah, like that. And what? Open your cheeseburger up and put it on your... А, окей. Он говорит, этот, убираешь хлеб, а из этого чизбургера... Как, вот like that, like this, right? Mm-hmm. А this one what? А this like this one. Вот это бургер. Я не буду выбрасывать, что-то я сказал, выброшу хлеб. Ну зачем же хлеб, грех выбрасывать. Это самое. Если бы домой не ехали, не это самое. Но поскольку мы домой поедем... Скоро, когда? Скоро, не знаю, но... Вот, и вот так вот мы сейчас слопаем. Боже мой, какой большой.
И Ханька открывает. Is it ketchup, right? Ketchup сделал. Well, don't put it in the bottle. You put the... Okay. Hold this one back there. Be careful. Все, приятного нам аппетита. Боже мой, какой же он большой получился. Ничего себе, столько съесть, да? Напишут мне. Пишите. Приятного мне аппетита. Вот. Так, у Ханьки вот этот. Забрала. Дальше что? Сейчас сверху положит. Ну, на дурняк и уксус сладкий, слышите? Ну, я хлеб домой заберу, нет. Грех выбрасывать хлеб. Ну, когда мы едим, да, там остается, что-то там выбрасываешь. Ну, так, слышите, столько хлебов выбросить. Мама моя. Я еле всунул в рот. Дабл бюргер, говорит, двойной бюргер. Так, съели мы, то есть два на двоих съели, да, а третий положили домой. We didn't give you the sunglasses. Okay. Камера на, вон наверху, на этом, на светофоре. Снимающий. Не везде камеры есть здесь. То есть на перекрестках. Не каждый перекрест там с камерами. Только, ну, вот эта вот туристическая территория, там ограничение скорости 35 миль в час. Считается, даже 30, наверное, считается медленная дорога. Там будут и камеры, может, на каждом перекрестке. А так нет. Частенько проезжаешь там, не успеваешь на желтый, уже загорелся красный. Думаю, ну все, пришлют мне этот штраф. Фотографию машины. Нет. I don't know. 35 mile 40. Спрашивают speed limit. Speed. Speed – это скорость. Приехали мороженое купить в Макдональдс. Ханька, смотри. No. Hash fry sundae. French fry sundae. French fry. Hot fudge. Right? Я никогда не запоминаю это. Это на холодное мороженое горячий шоколад наливают и карамель, по-моему. Hot. Say again, honey. Hot. Well, can I make Donald's sleepy using our mobile app today? No, thank you. What can I get you? Hot fudge sundae. Hot fudge. Hot fudge sundae. Okay. That'll be all. Thank you. You can pull for it. Сейчас получим айскрим в окно. Hot fudge sundae. Hot fudge sundae. Stop, honey. Hot fudge sundae. Никогда не запоминаю это мороженое название. Они все знают. Вон камера, видите, белая, набалдажник. На стене, круглый. Камера зырит прямо на тебя. Но это имеется в виду, что там нету зрячего, оно просто, наверное, запись идет. Макдональдс, они там небольшие эти места, что там у них. Так, вот он. Had fry sundaes. У Ханьки corn. How they call this? Not corn. Corn – это форма. Ice cream corn. А у меня name again. Я никогда не запомню. Hot fudge sundae. Correct. Он сказал правильно, я назвал. Горячий шоколад. Ну, там вкусное мороженое. Ну, это Макдональдс. Ну, знаете, наверное. Ой, какое вкусное. Не то, что там очень, но русское мороженое тоже очень вкусное. Не знаю, как сейчас, не испортили ли там у вас. А я надеюсь, что да. Пальмовым маслом, все вот это вот. 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 Вот.
человеком. Многие улицы запрещают, многие subdivision запрещают ставить лодку около домов. А мне все равно, что запрещать, пусть ставит человек. Да? Ой, я nice. Он заплакал. Хазбан показал красивые деревья, когда поедем назад. Хазбан заезжал к какому-то мужику там что-то взять. Поэтому мы поехали, опять заехали. Немножко не туда и опять смотрим вокруг. Просто глазеем. И вам показываем. Вечер, вечерело. 22 июня. Частные дома. You turn, you will make, right? No, I drive around the block. Oh, okay. That's where we started at. I didn't know. This is hamak here. Гамак кто-то повесил. Ой, обложились этими кадушками кто-то. Обложился этими цветочными горшками. О, у кого-то swimming pool, там сзади был большой бассейн. Но сколько с ним работы, вы не можете себе представить. Здесь пляжи недалеко везде. В принципе, этот бассейн не нужен. Вот, ну вот такие вот сингл-хаусы. Сингл-хом называется, ну, отдельный дом, да? Вот здесь человек вообще не делает ничего с травой. Видите, выжженная. Посыпал чем-то. Ну, десной человек. Вот здесь вот мы сейчас говорили, вот что платят, да, в Америке. Нет, а вот здесь вот, наверное, платить вам не надо ни за что. Нет, за что-то за улицу минимальное раз в год платите там, ну, не знаю сколько. Но каждый месяц нет никакой оплаты здесь. Скорее всего, нет, потому что я вижу здесь, кто во что горазд. У кого трава подстриженная, как вот здесь. У кого меньше подстрижено. Обычно соседи комплектуются вместе. То есть, ну, нанимают каких-то там этих мексиканцев, но вместе, чтобы оно и дешевле, и быстрее. И он приезжает, например, они втроем приезжают, и там 4-3 дома, 5 домов обслуживают лужайки. Вот. Street, remind, later I will put in Google. Довольно старые дома, старые деревья. По деревьям даже можно видеть. Ну так ничего, ухоженное. Здесь ничего такие. Более-менее. Еще нормальный народ живет, видно.